Итак, всем здорово, с вами на нахуй! В Сратурне сказал, что ты сраный опрессор Кит, когда он сам находился на опрессоре. Короче, в Сратурне, смотрите, он, короче, убил чувака, который пытался на Спэрроу меня зафигарить. Который был, по сути, на его стороне. Слышь, навелся, короче, на грузчика, да? А ракета, по наводке ошибочно полетела в чувака, который по соседству ехал. Вот это везение, блин. Значит, стыпается читак, потому что я не дал ему скопиться в магазине одежды. Они довольно слабые, но обиженные. У меня с первого опрессора с ними счет 7-2. Купатыч. Ай! Рикошетыч. Give me a core. Чисто GTA, блин. Ладно, побегу на земле с ними. Хоть немножечко это разнообразие. Почувствую себя киллером, который охотится чисто за головами дебилов. Подожди, то есть охот за головами, но убиваем в тело ракетами, да? Типа, так головы же не остается, если ракета взрывается. Типа, ты дебил или что? Немножечко тупанул, но... Подожди, меня убил какой-то взрывной пулей, что? Чё ты за другом прикрываешься, ты? Чё ты яму себе копаешь, Копатыч? Выходит из сессии. Нет, да скучно же мне будет, скучно, мне же будет скучно, скучно, мне будет очень, очень скучно. Сюда иди. Не понял. Подожди, чё-то... У них, походу, урон какой-то повышенный. Да, они меня с одного выстрела убили, кстати. Не, чувак только что попал по мне. С каких это пор, когда я падаю, то он меня убивает, а? Я не верю, что-то урон слишком большой. Ой-ой-ой-ой, танчик мы взяли, да? Ой-ой-ой, отлетели мы, отлетели, да. Копатыч, не рой себя. Да, а им. Слышал, как он стреляет? Понятно, да, короче. да, понятно, короче, все. Еще один мамкин спец по читам. Давай напряжем жопку свою. Против читачков? А, это или чисто если вдвоем, так у него шаим. А, была наводка. А как ты понял? Потому что он не может сносить, во-первых, столько много хп с инсургента. Это раз. Во-вторых, он не может так сразу сбивать меня с рельсотрона, когда я парирую в метрах 100 от него. Ну ладно, давай попробуем. О, ой, смотри. У них большие яйца, но при этом они прячутся в офродаре. Транс на парше. И жопкина пока что не видно. А это непонятно, потому что они врубились как трешеменной организации. А как так получилось, что они оба фиолетовые и... Может... Ну понятно. Нет, танчик. Нет, потому что я увидел... Вот, смотри, сейчас зайди в сеть. Нет, информация, уведомление, да? Организация The Big Balls активировала скрытую организацию. Да, они оба пропали, но этот чувак сейчас на радаре. И он на вертолете, вон, смотри. Дава Орбни. О, все, появились, все, летим. А, он на акуле был. Все, понял. Так, слышь, аккуратнее, потому что у этого сейчас может быть такая херня, как у Марка. На парыш он уж не работает, правильно? Работает как раз таки. Я отправил форсаж. Я отправил в жопу. Бум. Короче, Эвелина Паркера, давай вдвоем на него, чтобы нахерил вообще. Упс, да, вижу, аим.
Ну все, короче, смотри, теперь лишь керри, ты берешь опрессор, и мы опять на них летим. Или нет, давай я тебя приглашу. Я уверенно заказываю опрессор себе через. Через организейшн. А, ну или так. Стой, подожди, подожди. Один не нападай, стой, жди, 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 жди. Понимаешь, типа, это Шаим, что он же типа и каламбурит его. Они же типа не понимают, что делать. Потому что нас двое, типа. А че, не работает, да? Давай, давай, вдвоем. Слышишь, как он стреляет? Пш, 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 пш. Так. Угу. Странный момент был. Ну ладно. Подожди, подожди, сейчас я сейчас смотаю за опрессором. О, тут стоит опрессор, кстати, на входе прям. А, это Копатыча. Я его, короче, замедирую, что Копатыч такой выходит, садится на него, летит и прилетает. Ну все, полетели. Подожди, давай я еще фончик сейчас подрублю. Тупо выебали Эвелин Паркер из Киберпанка. На-на. Вот так вот с трейхардами. Прям в рожу. А смотри, он типа, а он на другого навелся. А вот этот вот чел, который ТР-667, он заметил, тоже это. Да. Он мимо проезжал, и наводка на него пошла. Блин, придурок. Видите, как мы даже аимеров сраных побеждаем сейчас. Ой, нет, не надо. Лол, это похоже, кстати, на мой опрессор на выходе. Ну чё он здесь? Нет, это его. Это его. Кого, Копатыча? Да. Я пытался в него сесть, не смог. Батрюхов F2, что в ту. Вы только посмотрите, что это чмо пишет. Защитничек бравый нашелся. А ты разобрался в ситуации, почему мы его атакуем вдвоем? Что вообще происходит? Может потому что у него есть тоже хороший скилл, или может быть даже АИМ, что мы в этом-то, собственно, мы их и подозреваем, ёпта. У меня тоже неоднократно такая вот история была, что чел на меня напал, я такой думаю, ты чё, охуел, чмой? Начал его хуярить, блядь, без пощады, раз 10 убил нахрен. Ну и потом вмешался дебил и говорит, ааа, ты грифер, и начал меня хуярить в защиту того чувака. Ну пиздец вообще, блядь. Ну нихуя не разбираются и все. Я ему говорю, так он первый начал, а тот говорит, и чё, блядь, он тебя один раз убил, а ты его 10 раз убил. Я такой думаю, блядь, зато потом вижу посты во всяких реддитах по GTA Online, типа, я спокойно катался себе на автобусе со своими друзьями, меня убил грифер, после чего я убил его 150 раз. Нормально отомстил? И все такие, да, да, туда его, туда его. Но почему-то мне 10 раз чувака, который первый на меня напал, нельзя убить. Сука, вы какие-то лицемеры, нахуй, игроки GTA 5. Извините меня, конечно, но вы охуели. А что касается вот этих двоих придурков, во-первых, они первые на нас напали, во-вторых, их двое. То есть получается все по-честному, 2-2. То, что один дружочек его покинул и спрятался где-то, а другой принимает все удары от нас двоих на себя, так это ваши проблемы. А этот придурок не разобрался и лезет в защиту, типа, оставьте этого бедного ребеночка в покое. Да-да-да, ребеночка! Тем более, учитывая то, что они используют офф-радар. Учитывая то, что они, ну, всячески по-крысерски играют. И в-третьих, вообще, типа, у них подозрение на имбот или на увеличение урона есть. То есть это читы. То есть это однозначно выигрыш. И мы им еще какие-то поблажки должны делать. Или что? Извините, я блеванул. Короче, ну это реально. То есть их двое, один спрятался. И мы должны, типа, а, блин, он один остался. Ну давайте мы его оставим в покое. Так! И это мне говорят ублюдки, игроки GTA Online, которые прячутся под юбку читакам после того, когда их обычный грифер поубивал, или чё? Вы снова о морали будете мне ещё что-то тут рассказывать после такой вот херни? Да пошли вы нахер! Ребят, меня слышно? Давайте подружимся. Ребят, здесь кто-нибудь есть? Там кто-то в чате, по-моему, разговаривал, насколько я помню.
Понимаю, понимаю, блядь. То есть, когда-то у тебя не было оружия, ты по мне не стрелял, а сейчас сел за турель и вдруг резко захотел стрелять. Бля, ебать крысич, нахуй. Ну, короче, вы поняли, да? Ублюдок такой добренький был, когда был на беспомощной машинке, а тут, когда он сел в инсургент, он почувствовал власть, взял пулемет и расстрелял меня. За что был выебан? Извините, наказан, точнее, я же не гей. Вот это коричневое чмо, блядь. Со мной мирно разговаривала, подъехала ко мне, машину мне подогнала. А как только взялся чувак с инсургентом, он сел за турель, блядь, и разъебал меня с нее. Ну, лицемерие. Блядь, да ты чмо. Снаряд прям в голову, блядь. GG Club, пацаны, здорово. Это я, вон, видите, на опрессоре летаю. О, ты так смешно упал. Короче, это животное на меня заагрилось, его нужно сейчас попустить. Непонятно, потому что оно вроде бы смертное. А в чем чуть... Давай, может, ебанешь по нему с... А, херач по нему взрывнушками. Да там себе дороже так херачить, честно говоря. Смотри, долбоёб взял. Ой, блядь. Меня, блин, с первого опрессора хера вторым совьёшь. Серьёзно сейчас? А, себе дороже! Я его с одного выстрела разъебал. Но ты же ещё перед этим его до самого... Он уворачивался. Один выстрел слепучки, прикинь? Ой, взрывнушки. На самом деле, против бронированных таких вот средств действительно будет самой полезной взрывная снайпа, а не ракеты. Потому что они как-то запрограммированы таким образом, что ракет могут выдержать больше, чем взрывных снайпов. Вот посмотрите, например, статистику бронированных машин, и как бы по статистике видно, что липучки, там, да, танковые пушки, взрывнушки, ракеты... Это все абсолютно разное, и почему-то взрывнушек меньше надо, чем ракет. Это странно, но вот так оно и есть. Поэтому, скорее всего, с Avenger'ом абсолютно так же работает, ёпта. Все, на земле тепленький. Ладно, сейчас я тогда... Я их всех сейчас буду мудохать. Да что ты вообще все охуели, скажи? Да реально, типа... В инвизе, блядь, подлетел, убил меня, чмо. Другой, блядь, подружился... А, он был в инвизе. А, тогда, возможно, он не читак, тогда, возможно, он был просто в инвизию. Ну, давай тогда не будем тогда с выводами спешить насчет этого. Ну, ты же понимаешь, что это GTA. Это GTA. Где зачастую, если тебе кажется, что это животное с читами, то оно, скорее всего, и с читами. Ну, лучше перепроверить второй раз, сам понимаю. Ну да, не, просто я еще так тоже подумал, потому что до этого мне вспомнилась какая-то херня, а тут просто такой начался взрыв, и я прилег. Not afraid, но при этом прячется под парковочку! Сука, хули ты с турелью катаешься? Чмо, блять? Я эту машину, сука, ненавижу, блять. Ладно, шучу, конечно, это так. Такого наглого животного изображаю. Ну а хули на ней есть годмод глич, а? Вы охуели ей пользоваться? Блять, а что это за зеленый дым по КД у него? Что, дебил, что ли, совсем? Не, это вместо этого, вместо... И что, она отводит? Охуенно, да? Оно, она бесполезная. Все чисто для красоты. Смотри, тут... А, блядь, пума. Я думаю, что за хуйня? Пума бежит. Давай трахнем пуму за филы. Смотри, сейчас к нему пума забежит, блядь. А, он вышел, все. Дурачка, я этому дурачку взорвал стену. Что делать, когда тебя прижали к стене? Что? Снести нахер стену. Кто, сука, на меня целится? Ну, прицел. А, так ты у нас на меня обижен. Я-то думал, ты читак, уничтожить автозак. Я думал, ты читак, уничтожить автозак. Это автозак игрока, да? Миссия. Побег. Нахуя тебе сбегать из тюрьмы? Тюрьма, блять, это для того, чтобы людей там содержать. Да, типа, все, пускай они побегают. Че, нахерел, что ли? Ну, побег это плохо. Человек в тюрьме дур... 14 кусков, блядь! Йоу! Обычно же 2 косаря дают за такую хуету. Ну, Rockstar, ну, расщедрились, блядь.
Просто каждый раз, когда я уничтожаю грузы очередному дурачку, то он начинает ныть, типа, что тебе этого стоило, всего лишь 2000 долларов и все такое. Ну, понятное дело, что у человечка как бы нервы, да, и он думает, что его за 2000 долларов не будут убивать. Но, опять же, деньги есть деньги, особенно учитывая то, что, как бы, это GTA, где и ты должен зарабатывать деньжище, поэтому, ну, реально, типа, неплохой доход убить какого-то дурачка и получить 2000. То же самое с наградой на голову. Но я уверен, что они будут ныть, даже если 14 тысяч вот это вот все будет стоить, и они тоже такие, так это же вообще не деньги, за что ты меня убил там? Я не удивлюсь, если 100 тысяч будет стоить, и они такие, да это же вообще херня! Нет, дурачки, просто осознайте тот факт, что человек уничтожил вас в криминальной игре по правилам и еще и заработал деньги. Поэтому вы можете бомбить сколько угодно, но деньги есть деньги, так что сосать хуйца, по сути. Нота Фрейд вышел. То есть чувак, у которого никнейм не сыкует, да, выходит, блядь, как обоссаш обоссанного. Обоссаш обоссанного. Убегает обоссавшись и обосравшись. Кто еще лузер без мод? Вот это вот животное. Плеер? Да. Я тебя спрашивал стрелять по мне? Ну чувак, сорян, это открытая сессия, где... Вообще игра про криминал, так что тут право все имеют, сука, стрелять по тебе, придурок ебаный. Я никогда не прекращу удивляться тому, что вот я обозвал чувака ублюдком с читами, а он обозвал меня нубом на опрессоре. То есть, с какого хуя они читы приравнивают к опрессору? Вот в этом-то вопрос. Начнем с того, почему все опрессоры так ненавидят. Ну, наверное, потому что они всех ебашут, всех убивают. Так дайте им отпор. Потому что опрессор уже миллиард раз пофиксили, типа. И его можно легко разъебать на Тарадоре. Потому что большинство опрессорщиков, как я уже миллион раз говорил, нубы. Ну, реально нубы, кроме нас. Ну, по факту, как бы ЧСВшно не звучит. Есть еще, конечно, другие скилловые игроки, но мало, мало. Вы можете легко их разъебать с Тарадора и с прочей хуйни. Вы просто ноете, что опрессорщики говно, даже несмотря на то, что уже миллиард раз было пофикшено. При этом вы не ноете вообще совершенно о читаках. Ну или меньше ноете. Ну то есть, и сами читаки ненавидят как бы опрессорщиков. И они как, с какого-то хуя опрессор и читы приравнивают к одной хуйне. Нет, дружище, читы — это нарушение правил игры, блять. А опрессор — это официальная хуйня, которая была добавлена официально рокстерами. И, соответственно, если я ее куплю, то я буду абсолютно, как бы, легальным человеком, да? Легально могу этой хуйней пользоваться. А ты нет. Читы — это нарушение правил игры. За это банят, блядь. За опрессор не банят, сука, придурки. Многие говорят, типа, ну есть репорты за грифинг. Ну, как бы, да, репорты за грифинг есть, но я не понимаю, нахуя они в игре про криминал? Типа, вас все имеют право убивать на самом деле. Ну, видимо, у вас аргумент, типа, если жалоба есть и на гриферство, и на читерство, то это одинаковая хуйня. Ну, нет, нет, ни в коем случае, потому что игра про криминал, здесь всех можно убивать, игра сама подталкивает, типа, уничтожьте груз тому, убейте того, награда за голову того. Вот, соответственно, я не понимаю, какое наказание за гриферство может быть, если там есть жалоба на это. Но наказание за читерство — это бан. Бан! Суки придурочные, блядь. Ну, я не знаю еще, как с вами разговаривать. Типа, вы вот читы скачиваете и пытаетесь довести до бана честных гриферов, честных игроков, которые убивают всех по правилам. Блядь, так это же вас должно банить. В общем, я уже запутался в своей логике. Я просто хочу сказать, что вы в край уже охуели, игроки GTA Online. То есть, я предлагаю мне с напарником обнулить, короче, все наши принципы. То есть... перестать атаковать игрока, который попросил остановиться, потому что дохуя всяких этих же игроков, которые просили остановиться, потом нож в спину, ну, то есть в спину нас убивали, да. Вот, поэтому про мораль мы уже не будем даже нихуя говорить. Мы вообще полностью не виноваты, то есть хотим и убиваем, блять, эта игра, типа тут так можно делать, поэтому похуй. Мы уже не будем спорить о том, что гриферство — это плохо. Теперь это абсолютно нормально, потому что вы же, пидорасы, говорите, что гриферство — это плохо, с моральной точки зрения плохо, хотя даже мы не нарушаем
нарушаем правила игры, а потом лезете под юбку читакам, блядь. И не задаетесь вопросом, что вот читак сейчас над обычным игроком издевается читами, а вы еще и кричите: «Да, так ему и надо», типа. Ну, так что идите нахуй, вы охуели абсолютно все, поэтому мы еще более беспощадно будем вас хуярить. А не забываем то, что где ваша защита в мою сторону? Вот вы постоянно защищаете каких-то там долбоебов, которые тоже еще первые на нас напали, которых мы хуярим без пощады, потому что они этого заслуживают. Вы их защищаете, но при этом молчите, когда меня каждый день, грубо говоря, преследуют какие-то дауны с читами, которые реально мешают мне играть, реально крашивают мне игру, спавнят всякие самолеты, клетки, блять. Вы молчите, вам похуй, вам абсолютно похуй, так что идите нахуй, вам пиздец, игроки GTA 5 Online.